Доброго времени суток, друзья! Всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию подборка разделочных ножей. Два варианта ножа: охотник, ну и, соответственно, промысловый. Честно скажу, первый раз мы делаем вот такое исполнение, я имею в виду с литьем и рукоятки орех. То есть не корень ореха, а обычный орех. Но, блин, так получилось действительно фактурно. Мне очень понравилось. Давайте смотреть. Клинки на всех трех ножах выполнены из кованой стали Х12МФ. 61 единица термообработка. Спуски 2 треть и небольшое фальшлезвие. Финиш полировка. По моему мнению, я это в принципе неоднократно говорил, на грубую разделку, да, так сказать, с запасом прочности, спуски 2 треть, самый оптимальный вариант. Фальшлезвие для лучшей проникающей способности, но ни в коем случае не под заточку. Ну, хотя, конечно, кому как нравится. Рукояти, о чем я сказал в начале, выполнены из ореха. Классно получилось, вот сочетание с литьем, действительно. Пропитка даниш, как всегда, но и литье гарда навершия из мельхиора. Петля есть под темляк, то есть кому будет интересно, друзья, пожалуйста, не стесняйтесь говорить, темлячок к вам тоже приедет. Первый охотник, друзья, по размерам общая длина 251, клинок на 130, ширина 29, в обухе 3,9. У них у всех обух 3,9, друзья, это хорошие такие мощные ножи с запасом прочности, как я говорю. Второй вариант охотника, также спуски 2 треть и фальшлезвие. Ну, в принципе, здесь спуски на всех трех ножах одинаковые. Соответственно, также полировка. Тоже орех на рукояти и мельхиор, как вы сами можете видеть. Здесь размеры 253, клинок 131, ширина 30, 3,9 также обух. Второй красавчик, пожалуйста. Ну и самый габаритный, это нож промысловый. То есть, кто предпочитает, помощнее, побольше, так сказать, поздоровее нож. Это вот, друзья, для вас. Здесь уже длина 270, клинок 147, ширина 32, обух также 3,9. Отличные рабочие ножи, друзья, с хорошим запасом прочности. То есть, вот для тех, кто предпочитает исполнение с мельхиором, то есть, гарды навершия, ваш вариант, друзья. Любой нож 4500 рублей. Опять же, повторюсь, кому будут нужны темляки, не стесняйтесь, говорите. Отправлю без проблем. На момент публикации будут в наличии. Естественно, они будут с ножными. Кожа теснения. Два подвеса. Все как обычно. В ножнах будут сидеть, сразу говорю, плотно. Но потом немножко разносится, так сказать. Пожалуйста.